С завершающим событием французской весны 2011 года стал концерт органиста Бернара Струбера. Профессор Страсбургской консерватории, пожалуйста, не смотрите на майку. В свою программу включил две части из трио сонат Баха, сложнейшего для исполнения и слушания, Оливье Мессиана и французских органистов XIX века Вьерна и Видора, чтобы затем сотворить импровизацию на темы Леграна и группы Нирвана. И переполненная реформатская церковь внимала с почтением и должным вниманием. А как же за бесплатно послушать органный французский концерт? Директор французского центра Фабьен Нейра сказал свое вводное перед концертом и заключительное, завершающее фестиваль «Французская весна в Украине» слово, из которого стало известно, что фестиваль повторится и что деятельность «Франс Альянс» не ограничивается организацией концертов и кинопоказов. Я включил еще Баха, ту сонату, которая называется «Весенняя», а потому наилучшим образом подходит к фестивалю «Французская весна». А еще, впечатленный вашим оперным театром, я подготовил несколько обработок оперных арий. Сам Бернар Струбер, специально немного подучивший русский, обратился на нем к слушателям. Сыграл классику и под занавес поп-музыку в облагороженном органном исполнении. Безусловно, это крайне позитивно и даже полезно, когда люди разных конфессий и даже атеисты объединены желанием услышать хорошую, настоящую музыку в качественном исполнении, живом исполнении, когда нижние регистры заставляют вибрировать все твое естество, а верхние ощущать сопричастность к вечному. Ведь для того и существует искусство музыки, для того и затевался фестиваль «Французская весна в Украине».